Робин так проехал последний катка, это успокаивает, это он уже проехал практически весь лед, он побывал на середине катка, осмотрел какие-то свои, наверное, у него есть приметы, неровности, шероховатости, успокоился. Партнер, сейчас мы будем с вами переживать. Ну что, хорошего выступления пожелаем. Будет результат сезона 74,4 балла. Элемент фигурного катания, как акробатический вот элемент с другого вида спорта. Действительно, очень высокая амплитуда и продолжительность прыжка, конечно, поражает. Открутка тройная. Тройное параллельно. Очень хорошо. И с музыкальным оформлением большой привет в таких случаях хозяевам чемпионата. Ну, сложную всю часть выполнили. Да, сейчас Тодос, параллельное вращение. Сейчас, видите, сказал Тодос, да, и дорожка, да. Но если нигде не споткнуться, то могут совершенно спокойно китайцев-то как минимум догонять. Пошла дорожка. Да, немножко синхронно было. Ингер Стоер там сзади за бортом считает оборот. Кивает головой, но, конечно, спортсмены не видят, но он переживает, естественно. Не, ну, конечно, по большому счету, судим тут придраться не к чему. Ну что, тоже спасибо. Тоже молодцы, порадовали. Благодарим за такой прокат. Доставили действительно истинное удовольствие этим прокатом Алена и Робин. Ну, как всегда, в общем-то, это неудивительно. Зал аплодирует уже, наверное, стоя, будет аплодировать их выступление. Да, появились флаги, германские флаги, немецкие болельщики переживают. Достойное выступление, очень достойное выступление. Ну что, сейчас слово за судьями, как они, понравилось, не понравилось, интересная программа, как они оценят техничное, насколько было, сколько ошибок они допустили. Ну, визуально-то вот, ну, на взгляд, не специалиста ни одной, за исключением небольшого расхождения. Да, небольшой, и китайцев тоже было с настроем не очень, в общем-то, как так. Если говорить о компонентах, они как-то победнее были. Программа менее, мне показалась такая, знаете, по настрою насыщенная. А здесь вроде каждый элемент в музыку, и видна постановка очень сильная. Так. Ну, и Штор может быть доволен, конечно. Да, как говорят, артистизм, они, мне кажется, переиграли китайских спортсменов. Но посмотрим за технику. Безусловно. Смотрите, какая подкрутка. За бедра поймал партнершу.
на выезде. Выброс какой. И все в характере. Алена выезжает, она с руками в характере. Тройной выброс, высота пледу, да. Коньки с сердечком, это тоже немаловажный элемент. Сейчас нам операторы показывают работу коньком. Посмотрите, как сколько чисто реберные шаги были исполнены. Инга, конечно, такое ощущение, что он сам просто на льду и переживает. Ну, естественно, многие же, вернее, не многие, а все тренеры катались, причем катались именно на таком уровне чемпионатов мира и Европы, высокий уровень, поэтому они все это переживают своими фибрами души, переживают до самого последнего. Вот как раз, про что вы говорили, асинхронность, да, здесь она видна. Ну, смотрите, как артистизм какой, да, вот эта душа, вот это вот, наверное, последняя техника и последний вот такой вот крик души. Довольны, довольны. Поздравляю друга Алена с Робином. Ну, сейчас судейская бригада. Так, заворотка очень интересно смотрится. Смеется, улыбается. Сынка, да, сюрпризы. Сюрпризы иногда, конечно, судьи дают, но... Ну, я думаю, не в этом случае. В этом случае, да, я думаю, они постараются избежать таких неожиданных сюрпризов. Но если они будут маленькие, то я думаю, что они будут объяснимы, наверное. Оценка за исполнение короткой программы. 72-98. Вот так, проигрывают они порядка. Порядка одного балла они проигрывают и занимают только вторую ступеньку. Пока. Даже не ступеньку, а место только имеют. Только это тоже. Да, второе. Разрыв небольшой. Порядка одного балла.